Всем привет, друзья, с вами Михаил, игра Trails of Heroes, пятница, новое обновление. Сегодня, ребят, сегодня полностью у нас весь город обесточен, на генераторе видео записываю, постараюсь очень быстро, возможно будет сумбурно, ничего обрезать не буду, просто нету времени, надеюсь, с пониманием отнесетесь, если вдруг качество чуть будет хуже, чем обычно. Погнали, ребят, погнали. Ядро зимы Горн Надежды добавлен в кузню. Ну, кто донатит, будет чуть легче их собрать и возможность в любое время, если есть материалы. Сейчас посмотрим, быстро их создать. Галактический вариант. Но исправлены другие ошибки, неизвестно какие. Новое событие. Это у нас чародейский набор, наконец-то. Наконец-то это возможность тоже покрафтить для тех, кто это раз в 3 месяца делает. Набор приключений, понятно. Дальше мастерская, это тоже крафт артефактов, спецпредложения, путешествия, чемпионат мира, сундуки, тихие. Все как обычно, и месячные обновлены. Месячное задание, уточняю, месячное задание, чемпионат, ребят, надо бить. Каждый раз напоминаю, там свитки есть. Погнали, здесь все как обычно. Донат, дорого звездец, еще дороже тайная мастерская у нас в этот раз. Ребят, ну такие себе артефакты, копье я бы себе точно не делал. Древний клинок шикарный, особенно для осьминога, босса секретной реликвии. Но, блин, не первостепенно, как по мне. Тот же подвеска, если у вас ее нету, надо делать. В первую очередь Горн, там сапоги, наверное, были бы поинтереснее. Ну а так тоже неплохой вариант. Тоже весьма неплохой вариант. Это с прошлого. Здесь события тоже, ребят, раз в 3 месяца за эмблемы 400. Эмблем можно артефакты взять. Два это, которые у нас на прокачку идут, и два рандомно. Если у кого нету факела, и кто играет через явление, обязательно берите. Этот артефакт очень улучшает явление космоверсию. Ядро я не буду брать, ребят, чисто ПВПшный артефакт. Мне ПВП не интересен, я пропустил. Если был бы арбалет, ребят, честно говоря, я взял бы арбалет, исходя из того, чтобы я поставил на космогероя, который у меня в карте У стоит, и увеличил бы атаку и ХП своему явлению. Приключенческое путешествие, ребят, в четверг. Надеюсь, получится. Стрим проведем на всех трех аккаунтах. Попытаемся 160 набрать. Забрать 100 этих небесных таинственных кристаллов. Не забывайте, ребят, про тактику. Есть видео на видеогайд на канале. Есть стрим, как я проходил, 160 набирал. В этот раз, в этом месяце обязательно надо проходить, чтобы кристаллы тайные набрать. Чемпионат сказал, сундуки тихо. Вот этот обязательно надо взять. Здесь кубик золотой, он намного упростит вам, ну не намного, ребят, но все равно упростит прохождение тайного или таинственного нашего приключения. Как обычно, беру орбы и свитки, остальное все неинтересно, ребят, неинтересно и не стоит того, чтобы на него тратить. Зовраз тоже ничего интересного. Ну, блин, Немезиду можно взять, она помогает закрывать разлом на 35 этажей, но там пачка лютая. Ну, у кого Ипполиты еще нету копии, можно взять, помогает вам разлом до 20 закрыть. В общем, ничего такого по... Так, у нас, по идее, обновился горящий поход проход. Здесь есть чего или он не обновился? Не обновился. Тоже ничего интересного, прям сверхвыдающегося я не вижу. Зайдем, глянем. Кузню добавили или нет, улучшение артефакта, да, вот рох и ядро теперь еще есть дополнительно. Ну, могу порадоваться за тех, у кого есть возможность набирать эти мистические кристаллы. Они у нас, ребят, напоминаю, их, блин, в пропуске, по-моему, не в пропуске, а месячное событие. Вот за вот эту карту можно дополнительно, если 434, не так уж и дорого, кстати, выполняя все задания, вот мы по 12 этих кристаллов набираем. Обращаю внимание для тех, кто первый раз смотрит и будет донатить. Есть такая возможность за небольшой донат брать эти кристаллы. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, ребят, мирного неба над головой. Стрима, еще раз напоминаю, не будет. Суббота, воскресенье по другим играм тоже не будет. Если свет появится, тогда, возможно, даже без анонса включу.
Всем бобра добра и до встречи в следующих видео.